бежала, как по воздуху, с лицом, как май заплаканным, и пляшущие волосы казались рыжим пламенем. И только дыма не было, но шла волна горячая. Она бежала, нежная, открытая, парящая, звенела, будто денежка, сама себя нашедшая. Не сознавая, девочка бежала в звание женщины. Так убегают узники, летят в метро болельщики, и был бюстгальтер узенький, как финишная ленточка. Еще одно стихотворение мне посоветовали обратиться к творчеству Хастаховой, чем была очень довольна. По названию первой строчки «Собирай чемодан». Собирай чемодан, ты уходишь в другую страну. До рассвета еще нас ослепят огни пулеметов. Твои детские всхлипы ломают в ушах тишину. И ты прячешь по сумкам, не думая лишнее что-то. Ты бросаешь свой дом, мы без звука садимся в такси. Ты не помнишь, что было вчера, и не знаешь, что будет. Нас проводят глаза, перепуганные страхом Руси. И живущие в ней безрассудные, сильные люди. Мы сойдем на границе. Да только не знаю, какой. Ведь куда ни сверни, тебе нужно начать все по новой. Ты вцепилась в меня, и мне кажется, что не рукой, а какой-то другой, до безумия прочной оковой. Ты не можешь идти. Тебе страшно в дремучем лесу. Ты замерзла. Я видел, как губы защелкивал холод. Ничего не страшись. Я тебя на руках унесу. В самый тихий на свете и страхом нетронутый город. Вдруг ты шепчешь мне горько. Куда мы с тобой, солдат? Неужели не видно? Мне чужды порывы скитальца. Я держу чемодан. И мы молча плетемся назад. И ты прячешь в карман зажатый холодом пальцы, и твой голос мне шепчет: ну что же ты медлишь, неси. Как воспрянет страна, мы все это, конечно, забудем. Нас встречают глаза, переполненные верой Руси, и живущие в ней безрассудные, сильные люди.